Сегодня 14 число воскресенья, 14 июля. День не совсем жаркий, полуоблачно, полусолнечно, потому и спала температура. Два или три дня будет немножко перерыв от этой жары дурной. Потом опять начнется. Я, как видите, влез в воду и в своих кроссовках отделялся. Стою в воде и иду вдоль берега. Тут не глубоко, по красивому дну. По жаре хорошо ходить, ногу не сколешь. Камни под ногами, а уже босиком тут не пройдешь, мулу нема. А мимо проплывает одна за другой лодки, проплывают, красиво. Там собачку кто-то выгуливает. Красиво люди отдыхают. И я в том числе. Розы все еще здесь, а погода тем временем начинает постепенно портиться. Там где-то даунтаун, центр города схованный.
все еще плавают. А небо хмурится. Электрические самокаты, передвижение на них у нас бесплатно. Вот люди ехали, тут подъем небольшой и побросали. Сами пошли дальше. И уже будет служба их забирать, эти самокаты. По GPS отследить, где лежите, и заберут. Удобно и бесплатно. Капитализм. Еще один. Не захотели подниматься туда. Сильное дерево. Под ними скамейку сделали. Присядем, отдохнем. Мороженица приехала, музыку детей зывая. В средних веках. Правда, Тима? Хорошая музыка. Что, наверное, всех детей созвали на мороженое. Попробую сам себя изловить. Спасибо за просмотр. С вами был Сигвалов.